скончался под варочной плитой. Малыш уронил на себя бытовую технику и умер от полученных травм. Все произошло в Магнитогорске. Мама мальчика ненадолго вышла из кухни и оставила годовалого ребенка без присмотра. Малыш заигрался и уронил на себя электроплиту. На шум сразу же прибежала мама, но спасти ребенка не успела. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку.